А сейчас полюбуемся уникальными съемками спутника Сатурна Энцелада. Ученые полагают, что он может стать вторым домом для землян. По крайней мере, более пригодного места для жизни в Солнечной системе, кроме нашей планеты, разумеется, не найти. Вот первое изображение северного полюса Энцелада в летнее время в разгар светового дня, сделанное зондом Кассини. На поверхности что-то похожее на снег. Новые исследования, возможно, помогут ответить на вопрос о том, есть ли под поверхностью спутника океан, в котором происходят процессы, близкие к земным. Первая попытка выяснить это будет 28 октября, когда Кассини пройдет всего в 50 километрах от Энцелада.